Сегодня сотрудники ГИБДД дежурили на центральной площади. Для водителей было полной неожиданностью, когда их останавливал автоинспектор. Но вместо привычных «Здравствуйте, предъявите документы» им дарили цветы и поздравления. Трогательные открытки своими руками сделали воспитанники детского сада. Все они юные инспекторы дорожного движения. Желаю счастья, здоровья. Аккуратней на дороге. Спасибо большое. И вас также с наступающим праздником. К женщинам за рулем мужчины порой относятся скептически. Но сегодня они искренне желают им не только счастья, но и удачи на дорогах. Сегодня совместно с юными инспекторами дорожного движения с детского сада номер 17 проводится акция «Цветы для милых дам» в преддверии международного праздника 8 марта. Пользуясь случаем, хотим поздравить отдела ГИБДД, нашу прекрасную половину человечества, наших милых бабушек, мам, дочерей, сестер, с их прекрасным днем 8 марта. Желаем всего благополучия, прекрасного здоровья, крепкого здоровья и, как мы говорим, зеленого сигнала светофора. Поздравляем! Лилия Гарифуллина, Денис Кузнецов. Время новостей.